Добро пожаловать на медитацию перед сном. Она поможет вашему телу и сознанию отпустить все напряжение, которое накопилось за день, и поможет уснуть очень легко и быстро. В ближайшее время вы расслабитесь, опустите все тревоги и остановите внутренний диалог. Все, что вам нужно для расслабления и засыпания, это следовать всем инструкциям и наслаждаться этим приятным путешествием и переходом вашего мозга в целебный альфа-ритм. И с каждым прослушиванием этой управляемой медитации вы заметите, как расслабляетесь и засыпаете все быстрее и глубже. Хорошо. Примите более удобное положение и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов через нос с небольшой задержкой дыхания, максимально наполняя свои легкие кислородом, и медленный выдох через рот. Вместе с выдохом отпускайте все накопившееся напряжение из тела. Старайтесь не двигаться на протяжении всей медитации. Это ускорит ваше погружение в сон. Очень хорошо. На фоне вы слышите звуки костра, которые будут дополняться другими природными звуками для вашего максимального расслабления, удовольствия и комфорта. Я с вами, и постепенно мой голос будет отдаляться, затихать, сопровождая вас в приятный и крепкий сон. С каждым выдохом вы погружаетесь все глубже и глубже. Позвольте вашему уму блуждать, странствовать и отплывать все глубже и глубже в расслаблении. Вы в полной безопасности и защите. Вокруг вас все хорошо. Нет никаких дел и забот, и можно расслабиться тотально. Мягко отпускайте прошедший день. Дайте ему раствориться, рассеяться.
Время начинает замедляться, останавливаться. Все ваше внимание только здесь и сейчас, и сейчас. И по мере того, как вы слышите мой голос, мои слова, ваше тело и ваше сознание продолжают расслабляться, мягко переходя в приятное сонливое состояние. Возникает приятная тяжесть во всем теле. Представьте, как все клетки вашего тела смотрят на вас с благодарностью и любовью. Ваше тело любит вас. И вы любите свое тело и принимаете его бережно и с заботой, относясь к нему как к вашему храму. Очень хорошо. Обратите внимание, как расслабляются все мышцы головы. Где внимание, там и расслабление. Расслабляются мышцы лба, веки становятся тяжелыми, расслабляются щеки, мышцы языка. Мышцы челюсти также отпускают все напряжение, расслабляются. Челюсть может даже слегка отвиснуть, как у спящего человека. Лицо разглаживается и полностью расслабляет. Вы замечаете, как расслабляются мышцы шеи. Расслабляются плечи. Полностью расслабляются мышцы груди, живота. Спины. Расслабляются все внутренние органы. Все железы работают идеально. Вы путешествуете вниманием по своему телу, без оценок и без желания что-то изменить. Любое ваше несовершенство делает вас уникальными. С каждым выдохом вы погружаетесь все глубже и глубже, и глубже, и глубже. Хорошо. Расслабляется вся правая рука,
плеча до кончиков пальцев рук. Расслабляется вся левая рука от плеча до кончиков пальцев рук. Тело тяжелое, неподвижно. Расслабляется область таза. Расслабление перетекает в правую ногу, полностью расслабляя всю правую ногу до кончиков пальцев. И также приятное теплое расслабление заполняет всю левую ногу. Ощутите все пространство вашего тела. Почувствуйте его вес. И обратите внимание, где еще, возможно, сохраняется напряжение. И направляйте туда приятное, теплое чувство расслабления с любовью и заботой. Ощущая, как тело через микрорасслабление очень медленно и постепенно сбрасывает свою броню и погружается в целебный, уютный сон. Очень хорошо. Вы можете продолжать все контролировать, а можете отпустить весь контроль и расслабиться еще глубже. А можно и то, и другое, и даже еще глубже войти в сонливое состояние. При этом ваше сознание может отдавать себе отчет в том, что происходит здесь и сейчас. По мере того, как ваше подсознание может начать нужные изменения вашего состояния. В то время как ваше сознание начинает блуждать, отплывать и расслабляться. Некоторые засыпают очень быстро. Некоторым нужно чуть больше времени для того, чтобы заснуть глубоко и крепко. Но все так или иначе спят.
в то время как вы слышите звуки костра, ваше тело, ваше сознание плавно вплывают в приятное, сонливое состояние. И чем больше вы сопротивляетесь сну, тем глубже засыпаете. Я хочу, чтобы вы не старались мне помочь расслабить вас еще больше и погрузить вас в целебный сон. Лучше не прислушивайтесь к моему голосу. Это уже не важно. Все, что важно сейчас, это насколько комфортно вы себя сейчас чувствуете. Насколько глубоко вы уже расслаблены. И даже если вы еще не погрузились в глубокий, приятный и крепкий сон, то по окончанию этой медитации вы автоматически уснете и после пробуждения будете чувствовать себя просто превосходно. При этом зная, что с каждым новым прослушиванием этой медитации вы расслабляетесь и засыпаете все быстрее и глубже. И это хорошо для вас. Сейчас я начну считать от 5 до 0. И на цифре 0 вы автоматически и полностью отпустите оставшееся напряжение и уснете крепким целебным сном. Итак, 5, 4, еще глубже, приятнее и спокойнее.
Один. 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 Ноль. Полностью отдыхаем. И переходим в приятный, уютный и нежный сон. Очень хорошо. И после пробуждения вы будете чувствовать радость и любовь внутри себя. А сейчас спать.